Добро пожаловать, с вами, как всегда, доцент, это трансформеры, закаленные в бою, мы продолжаем, и у нас, о чудо, случилось обновление, добавились новые боты, появилась новая спецмиссия, и искренне хочется надеяться, что пофиксили старые баги. Ну, как это обычно бывает, старые убирают, появляются новые, целенаправленно это или по ошибке. Тайна, покрытая мраком, но тем не менее, особые спецмиссии, все хиты. Просто замечательно. Все хиты. У нас тут пожаловал новый боец Саундбластера. Боец, который очень даже претендует на звание одного из тех ботов, которые могут очень здоровски показать себя в легендах Кибертрона. То есть это очень многообещающий боец. Но, тем не менее, двигаемся по сюжету. Часть первая. Свободный микрофон. И первая миссия. Кавер-версия. Боссом у нас здесь будет Скорпанок. Каверы. Нормально. Тоже таким делом занимаемся. Для тех, кто не в курсе, есть ссылка на плейлист, где я тоже свои каверы исполняю. Вообще, там все классно, короче. И регулярненько на стримах. Запиваемо. А после запиваемо. Так, Энергон, разумеется. Класс воитель, это все дело понятно. Я думаю, мы даже усиляться не будем. И ура, вперед, погнали! Командир, вот вы где. Я повсюду вас ищу, у меня приказ, чтобы вы пошли со мной и кое-что сделали. Если тебе нужна встреча с командиром, то придется воспользоваться официальными каналами. Хорошо, я официально требую, чтобы командир отправился со мной. Все, запишите это в бумагах. Нет, так это не работает. Ты не можешь просто потребовать и получить требуемое. Я требую получить возможность, так что теперь я могу. Я выиграл. Командир, это похоже на худшую ловушку в истории, но решать вам, думайте сами. Думать не требуется, я вот лично не думаю, и мне так больше нравится. Хорошо, буду следить за эфиром. Передайте сообщение на базу, если... когда столкнетесь с тем, что задумал этот предакон. Ага, то есть командир такой... встал такой со своего кресла... чисто как это, Корлеоне, крестный отец такой. Ну ладно, зажег такой сигару, но пойдем, глянем, что там у тебя. Даже пистолет с собой не взял, для такого дела так только пальцы. Короче, пока там командир вставал, видимо, как только он со стула встал, так вселенная и схлопнулась. Игра вылетела нафиг. Вот тебе и обновление, но так или иначе. Короче, погнали, пока все это. Командир, ну давай, глянем, что там у тебя. Когда командир добавит? Мне скажет? Вот если командир добавит, это будет вообще просто самый сок. Какой-нибудь аватар командира. Типа, да, такой, да, стоит мощный тип. Просто самое доминирующее создание во вселенной трансформеров. Да, особо не постреляешь, кстати. Ага. Да, и пошел командир с этим Скорпаноком. Я прям картину-то представляю, такие вдвоем такие идут. Там все такие распереживались, там оптимусы всякие там, ну... Да командир, мы вас не оставим. Не надо. Такой там, рукой так махнул. Стоять! Я все сам решу, да? Обалденно. Как это написали в комментариях? Реально, крестный отец командира. Скорпанок, ты просишь меня пойти с собой, но делаешь это без уважения, да? Даже не называешь меня... Это, ну, не командиром, а как там? Лордом каким-нибудь, да? Командир.
Так. Ага. Ты будешь в атаку идти? Я уже задолбался уходить. Ага. Ой. Блин, вот это самое неприятное, это пассивка, когда не можешь стрелять. Просто половина урона сразу в никуда уходит, и трудно начинать комбинации. Я привык начинать с выстрелов, чтобы максимальный урон наносить за одну комбинацию. И как-то... Да. И тут они такие идут вдвоем и встретились. Ага. Да, и у нас здесь Ультрамагнус, Бластер и Немезис Прайм. И командир такой... Ва-ва-ва! Нет, что-то... Погодите, это какой-то гопарь-командир получается. Блин, а гопарь-командир такой, да? Слышь ты, семки есть? Обалдел. Что ты пасть свою открываешь, да? Пасть закрой над ними, Зиспрайм ты, да? Ты меня спадишь, когда я буду энергон твой хавать, да? Обалденно. Вот это да, вот это командиры. Воистину, самое опасное создание во вселенной трансформеров. Ага. Ёлба! Ага. Да. Ну, хотя бы так. Да. Однакось. Да. И пошел командир. Не, ну вообще нормально. Я больше чем уверен, если бы этот командир был бы в Трансформер в Прайм или вообще где-нибудь. Если бы он был бы в первом фильме, бы там бы уже бы десептиконы бы сразу бы проиграли бы. Куда там? Это Сэм там бегал с этим кубом, да, от Мегатрона там в первом фильме. А там бы, наверное, во-первых, фильм бы превратился из жанра экшен в жанр хоррор. Все трансформеры в рассыпную кто куда, да? Командир такой бегает, жуть нагоняет. Чисто как, я не знаю, Фредди Крюгер какой-нибудь, Пятница 13 и прочее. Хэллоуин. Вот это был бы классный фильм, да? А уж Юникрон бы как бы обалдел бы, да? В Трансформерах Прайм. Где там это? Он же был, как это, ядром планеты Земля. И чисто это, знаете ли, зная, что по нему там... я не знаю, ну как это... Ну, условно, да, по груди Юникрона бегает командир, как у таракана. Юникрон проснулся. Перепуганный, да? Это он, это командир! Праймус, брат, застрели меня, да? Тут уже все ясно. Шансов нет, надежды тоже. Так, давай сюда. Ну что у тебя там, спецтака 3, урон от дальних атак, зато эта пассивка пропала. Ну сейчас тогда мы с ним и разберемся. Ага. Слушайте, у него что, двойная скорость снарядов? Че стеклянный газ дает? Снижает навык блокировки и защиту от критических ударов. Мы все равно в блоках не стоим.
Да, отъехал красный. Да, вот такие дела. О, крекер. Крекер, Тандеркрекер. А, это Скайворп, ё-моё. Виноват, перепутал. С кем не бывает. Выпускаем близнеца. Поглощение снарядов. Ну, конечно, Старскрим. Ну, да. Так. Ага. 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 Вот этот телепорт, у него вообще классная тема. Реально круто. Да ну прям Вёрджил. Вообще обалдеть. Да вы видали, как он уворачивается? Слушайте, что-то прям вообще. Ага. Вот дела. Скайвор прям с этим телепортом. Он прям его может и в атаке, и в защите использовать. Классная тема с телепортом. И самое главное, уходить от спецатак. Это вообще круто. Да. А что здесь делает человек? Ты сказала сделать так, чтобы он пришел навстречу. Сделать так, чтобы он не пришел навстречу. Ну, тогда так и нужно было сказать. Он тогда был бы где-то далеко отсюда. Я так и сказала. И ты это знаешь. Хорошо, ладно. Просто разберись с этим. А теперь давай, чтобы все было четко, а то ты постоянно на меня кричишь за то, что я просто исполняю приказы. Что значит «разберись с этим»? Примени высочайший уровень насилия и не дай ему проследовать за нами. Видишь, все просто, я это сделаю. Простите за недопонимание, командир, а теперь подойдите поближе, чтобы мы разобрались с этим. Чё-то мне это напоминает все Евротур фильм Флюгенгехаймен, да? Не так все понял, да? Так, ну да ладно, что он там у нас имеет? Поглощение снарядов. Использование силы. Ладно. Выпускаем динозавра из клетки. И идем пить чай, да? Или энергона. А может, чего и того покруче. И жало тебе вырву нафиг! О, зря ты это сделал. Ох, зря. Зря! Загрызу! Все, использование силы. Да. Поздно спецспособность использовать. Когда Гримлок пятки доедает. Вот как-то вот так вот. Миссия выполнена. Кавер-версия. Ну, замечательно.
В общем, ситуация будет, чувствую, крайне интересно развиваться. И учитывая, что командир пошел, видимо, один, да, он все-таки в одно рыло разобрался со Скорпоноком. Я чувствую, там сейчас все должны в шоковом состоянии... Да там вообще перманентно должны в шоковом состоянии пребывать. Не от того, что вселенные сошлись, там, титаны проснулись, боги взбунтовались. Не, тут просто командир около 2 метров бегает, тут это самое, да, даже уже без пистолета, и разносит всех направо и налево. Вот это да! Вот это хоррор, действительно. Но, тем не менее, как-то вот так вот. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения по вселенной трансформеров. И ссылка на второй стрим-канал, где регулярно проходят стримы, и не только, снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Децент. Пока-пока.